Чао, кариссими. Добро пожаловать в мой офис. Я не занимаюсь продажей недвижимости, вот, но так как мы снимали с Ламберто, с агентом по недвижимости, собственно, который занимается продажей недвижимости, обзоры различных объектов в продажу для вас, вот, и было много запросов, как искать, на каких сайтах, вот, поэтому я решил записать такое видео. Давайте сейчас перейдем к монитору моего компьютера. Ну, и самый популярный сайт, наверное, immobiliare.it. Заходим на сайт и, собственно, здесь мы можем выбрать тип недвижимости, дома и апартаменты, новые конструкции, гаражи, здания, офисы. Ну, нас, допустим, интересуют дома. Да, можно развернуть. Апартаменты. Аттико – это типа мансарды, да. Независимый дом, вилла, виллетта, небольшой, либо лофт. Давайте попробуем независимый дом поискать. Потом переходим на строку поиска, и здесь удобно, можно выбрать либо провинции на карте, либо нарисовать какой-то диапазон поиска, либо выбрать точку, в диаметре от которого будем делать поиск. Ну, давайте нарисуем. Вот, так как мы живем в Абруццо, возьмем, допустим, так вот. Так, он пишет, слишком большая зона. Ну, давайте уменьшим тогда. Так, ну, вроде бы. Соответственно, здесь мы видим тип: продажа, аренда, либо торги. Выбираем продажа. Также у нас независимый дом. Цена. Давайте в диапазоне. Пусть будет 110 тысяч. 120. Можно выбрать также площадь, допустим, от 80 до 140. И выбрать еще различные фильтры, чтобы был гараж, были кондиционеры с жардином, допустим. Но сейчас не будем применять. И вот видим список наших объявлений. Ну вот симпатичный домик, давайте его посмотрим. Собственно, фотографии в розовеньком всем. Видимо, здесь была кухня, убрали. Бабочки розовые. Какое-то складское помещение. Красивое бугенвилье.
Что у нас тут пишут? Находится недалеко от пляжа. Да, кстати, в браузерах, ну, если не знаете итальянского языка, я пользуюсь Safari браузером, но есть также в Google Chrome. Вот здесь сверху можно выбрать и перевести. Вот они сразу пишут, что требуется внутри дом. В апреле разместили объявление. 3 спальни. Здесь план есть дома. Даже виртуальный тур. Ну, собственно, все то же, что мы видели на фотографиях. Тут ванна. Тут еще одна комната. Смотрим на карте. Давайте расширим карту. И отдалимся. Да, недалеко от пляжа дом находится и называется так, нас выкинуло. Называется колония, пляжная колония, местечко, где продается дом. Рядышком с большим красивым городом Джулианова, там есть порт. Красивая зеленая зона. Можно также, не все это знают, пойти на карты Google. Приблизиться. Вот она, колония Спиаджа. Так. Примерно где-то вот здесь находится. Угу. И вот здесь по улочкам. Так, вот здесь нету обзора. Здесь есть view. У меня прервалась запись на телефоне. Вернемся к нашим улицам. И, соответственно, так можно прогуляться по территории и посмотреть местность. Вернемся к нашему сайту. Соответственно, таким вот образом можно выбирать и смотреть дома. Еще одна тут удобная вещь. Можно подписаться на эту зону. То есть, когда настроили фильтр, как вам нужно, выбрали зону, нажимаете «Salva ricerca» и пишите здесь свой e-mail, отмечая галочку, что вы совершеннолетний. Вот. И раз в день будут приходить новые объявления по сохраненному вашему фильтру по этой зоне. Есть еще один популярный сайт,
Называется он «Идеалиста Пунтаит». Здесь также выбираем продажа либо аренда. Соответственно, также новые здания, дома, апартаменты, комнаты, гаражи, места для машины, кантины, это производственные, складские помещения у Фичи, места, земли и строения. Можно, допустим, земли выбрать. Можно также здесь выбрать зону поиска. Ну, напишем, допустим, Терамо. Провинция Терамо. Здесь можно выбрать подробнее зону. Ну, определим. Остановимся на Терамо. Здесь также нам показывают еще разбиение. Ну, давайте вот здесь холмистая зона, 7 земель. 7 земель продается. О, с красивым видом земля. С оливками. Можно оставить свой телефон, и агент по недвижимости перезвонит. €10 за квадратный метр цена получается. То есть 5000 квадратных метров. Здесь можно вот выбрать тип земли, урбано, эдификабель, это когда можно построить дом, какое-то строение сделать. Вот, опять же таки, видим, что здесь можно построить. Вот, и покажу еще один сайт, он больше обо всех, типа как Авито, называется, похоже, Subito. Пунтаит, доска объявлений, но там также есть и дома. Выбираем категорию, иммобили, апартаменте. Тут-то Италия нам не нужна, допустим, Пескара. Пескара и провинция. Начинаем смотреть. Вот, красивое есть. Здесь также можно настроить фильтры с левой стороны после поиска. Красивая, светлая, четырехкомнатная квартира. Много фотографий. Пескара, зона Дона Рионе. Недалеко от автострады, выхода на автостраду. 85 квадратных метров. Состояние хорошее, то есть можно сразу жить. Это река Пескары. Выход и порт Пескара. Хорошая зона. Красиво. Ну, и, соответственно, можно написать e-mail. Вот такое вот видео получилось. Может быть,
кому-то будет полезно. Спасибо, что остаетесь. Подписывайтесь, ставьте лайки. Arrivederci.